Всем привет, ребят! Ну что, предлагаю, в общем, сегодня проверить один такой замечательный лайфхак. А именно вот что, смотрите. Ну, есть автомобиль, все обалденно, классно, замечательно, хорошая тачка. А именно конкретно что? Вот у нас есть редуктор, да? Есть автомобиль, там стоит, вернее, мост, в мосту стоит редуктор такой замечательный. И вот вы ездили из-за того, что он начал гудеть. И, соответственно, что там, как раньше там? Да, засыпь опилок, перестанет гудеть кто-то там. Можно добавить там какой-то свинцовый порошок. Не знаю, что это такое, не видел его ни разу. Подогнали, короче, ездили, забрали редуктор, который действительно офигенно сильно должен гудеть. Но тут, если честно, на него вообще без слез смотреть невозможно. Ну, судя по зубьям, ему хана пришла давным-давно. В общем, смысл в чем? Сейчас давайте. Здесь у нас все стоит, все замечательно. Сейчас все это дело, мост разберем, поменяем редуктор, поставим туда вот этот гудящий. Надо будет прокатиться, посмотреть, насколько сильно он гудит, воет и издает страшные звуки. Ну, после этого мы и начнем наш эксперимент. То есть проверим этот лайфхак, работает он или нет. Так, все поставили, все замечательно, редуктор у нас этот, который должен очень сильно гудеть стал. Но сейчас мы хотим просто попробовать вот так без нагрузки завести двигатель, включить скорость, раскрутить мост и послушать, будет он гудеть или не будет без нагрузки. Но очень интересно. Заводи! Не гудит! Не гудит! Это, скорее всего, вот это люфты вот эти есть. О-о-о-о, поехало. Так, все, поставили на ход, все замечательно, классно, тачка у нас готова к испытаниям. В общем, поехали на дорогу, прокатимся, посмотрим, насколько он шумный. Ну что? О! О! А! Ого-го-го! О, пошло! Как это страшно, а! Вот это тихий ужас, а! Но это на сброс газа, а в набор вот она. Никого, я понял. Зеркало тоже то падает. Блин, ну на сброс это просто какой-то кошмар. И что? Как ты думаешь, помогут ли нам опилки?
Вот, а прокатились, вернулись. Как это все гудит, вы слышали, это прям очень страшно. Гудит он очень сильно, что, скажем так, на скорости, что особенно на сброс газа, когда педаль газа отпускаешь, и уже колеса начинают крутить двигатель, это просто тоска, прям реально хочется из тачки выпрыгнуть. И плюс ко всему, насколько там прокатился-то, фигня там, километра 2,5-3 мы накатали, он нагрелся. Не, понятно, что он будет греться, но чтобы до такой температуры. Не, ну, рука-то терпит. Но с учетом того, что у нас на улице плюс 11 всего лишь, ну, здесь температура 37,5 показывает. Ну, почти 40 градусов нагрелся, и это за такой короткий пробег, блин, это очень дофига. Поэтому давайте сейчас что сделаем? Опилки, да? Опилки, опилки. Это хорошо. Ну, заливная здесь не очень удобная, поэтому я думаю, что как-то правильнее будет слить масло, уже прям в бачке добавить опилок и обратно его туда загрузить. Поэтому ты давай сливай, я пошел за опилками. Поехали. Все, тут, в общем, опилки, все в опилках, ну это нормально. А, туда все-таки загрузили, скажем так, вместе с маслом. Ну, теперь надо пока на подъемнике просто хотя бы вот понять, что-нибудь изменилось или нет. Маленько крутануть, посмотреть, как она себя будет вести. Заводи, Сереж. Так, ну, завелась, это уже хорошо. Ну, поехали. Не, ну ты дай оборотов-то побольше. Там включи какую-нибудь скорость. Я уже скорость включил. О! Газуй, газуй, газуй. Ну-ка, отпусти газ. Нифига, да? Ага, еще разок. В салоне так же шумно, да? Слушай, потише. Мне тоже кажется, что потише стало. А он как помягче, что ли, звук стал. Не такой резкий и не так ухо режет сильно. Хотя гул все равно остался. Но теперь давай ее опустим. И уже все-таки надо прокатиться под нагрузкой, посмотреть, насколько стало тише или наоборот громче, или вообще ничего не изменилось. Так, ну все. Сейчас мы узнаем, правда это или нет. Ага. На сброс все равно так же, смотрите. А мне кажется, он еще сильнее шуметь стал, да? Или это мне кажется? Какой-то шум такой появился, как будто в него стружки насыпали, действительно. А на сброс все то же самое. Ну, может быть, чуть-чуть потише. А какой-то шелест появился. Вот откуда он там появился? Опилки же деревянные. Так, ну-ка. Так, что у нас получилось? Прокатились, значит, с опилками в редукторе. Ну и получается такая история, что, ну вот, скажем так, в натяг, да? То есть на ходу, при нажатии газа, при наборе скорости, прям не отпуская я педальку, он выл. А сейчас он не воет, он какие-то звуки, как, знаете, как шелест какой-то издает.
А, но вот этот гундёж, ну вот этот противный гул, он исчез, но появился вот какой-то шелест. На сбросе, ну на сбросе вы слышали, там вообще прям просто в салоне находиться невозможно, кошмар, как все звенит. Честно, я бы не сказал, что стало тише. То есть, если и стало, то там буквально там на... Он стал просто не такой резкий, а маленько как бы стал чуть-чуть пониже, скажем так, стал не такой высокий. Но в разгон, то есть, когда и при движении, в набор скорости, либо просто когда двигаетесь по прямой, не отпуская педаль газа, вот этот гул действительно стал намного меньше. И прям это прям ухом очень сильно ощущается. Свинец еще просили. Вот про свинец, ребят, я не знаю, что сделать. Покупал когда-то там на теплообменнике. Мы заколачивали трубки, которые бежали. Покупали вот такую вот дробь. Она свинцовая, но, конечно, она очень крупная. Но в любом случае свинец, он же очень мягкий. Можно его молоточком щелк, а он становится тоненький. И потом просто можно разламывать, можно разрезать. Потому что где взять прям свинцовую порошок? Вот, блин, хороший вопрос. Честно, не знаю. Поэтому мы сейчас его расклепываем. Уберем опилки с редуктора. И зальем уже такого нормального масла и уже со свинцовой вот этой вот добавкой. Ну и, соответственно, я думаю, надо будет со свинцом-то покрутить на подъемнике подольше. Ну, это, так сказать, это видим мы так, как на практике. Если кто-то делал, то напишите в комментариях, просто очень любопытно. Но мы сейчас будем пробовать сделать именно так. В общем, решили также все вот с этой дроби обойтись. И на самом деле там сколько-то расплющили, остальное все прям засыпали так туда целиком. Почему? Потому что, ну, все тут на меня шумят. Ты чего, типа, забыл, что ли? Сделали же мы крышку прозрачную на задний редуктор, помните, да? И смотрели, как там поднимается масло. Масло там поднимается, оно, блин, поднимет все, что угодно. Потому что поток прям реально обалденный. Поэтому, что, сейчас пока она вот так стоит, предлагаю так же, как с опилочками, сейчас все это дело завести. Включить скорость, то есть разогнать редуктор прям до очень хороших скоростей и посмотреть, послушать, что же будет происходить. Будут какие-то изменения или не будут. Поэтому давай запускаем и поехали. Шелест какой-то, по-моему, еще больше стал. Гремит сильно, понятно. Серега! А стало тише, да? Стало тише? Прям тише, прям реально тише. Вот он. Похоже, эта штука действительно работает. Смотри, что. Ну-ка, давай еще раз. Да. Сейчас на задней передаче еще его прокатят. Это какой-то такой только начальный эффект. Потом, судя по всему, все возвращается на круги своя.
Ну, сейчас мы будем долго гадать. Я думаю, все-таки надо выезжать и ехать. Конечно. Потому что покрутили что-то там, что-то действительно изначально совсем прям тишина была. Особенно после того, как покрутит на задних передачах, потом вперед крутит, и вообще прям очень даже замечательно. Но, чтобы точно узнать, насколько все это дело сработало, надо все-таки выезжать. Не, гудит. Слышишь? Гудит. Ребят, не работает. Блин, с опилками было лучше намного. Но с опилками было намного тише. Со свинцом как-то не очень прям. Далеко не на все 107% это дело работает. Печальненько, конечно, но как есть. Ну? О, уже пошли. Нормально завыл, нормально. Стопроцентный можно сделать отсюда вывод. Да нифига эта штука не работает. Да уж, обидненько, казалось бы, да? Но вроде свинец, мягкий такой металл. А практически то же самое. Ну, конечно, не сказать то же самое, что опилки. Но вот такая вот замечательная, интересная история произошла. Не работает. Ну и ладно. Ну и вот, ребята, что получается в результате нашего эксперимента. А, я думаю, вы сами все прекрасно слышали. А потому что в любом случае звук должен был передаваться, ставили там петличку прям очень-очень рядышком. Ладно, давайте потихонечку, изначально. А, изначально он гудел очень хорошо, прям в набор гудел, а под сброс, это же кошмар просто, блин, какой-то тихий ужас. Что мы сделали? Изначально опилок, да, вот стружку деревянную, то есть на опилке засыпали. Все нормально, сделали прям такой, как его назвать, так густой раствор, что ли, блин, или что-то такое приготовили, загрузили в мост. И, понимаете, он действительно стал тише, он как-то стал это все мягче, вот эти звуки все резкие и противные ушли. А, все так прям довольно-таки неплохо, но под сброс все равно гудело очень сильно. А в набор, то есть на скорости, гул, он вообще практически пропал, его практически было не слышно. Ну, на сброс, да, естественно, здесь прям очень сильный, сильно убитый редуктор. После того мы поменяли опилки на свинец. Что произошло с свинцом? Вроде на подъемнике крутанули, показалось, что тише. Поехали. По факту ничего не поменялось, вот честно вам скажу. Если бы как бы даже не стало похуже. Потому что он гудеть начал еще сильнее. И причем начал гудеть уже не на более высоких скоростях, а уже где-то километров от 60, он уже даже чуть-чуть, наверное, раньше начал издавать вот эти, начинал издавать вот эти гудящие звуки, ну, вот эти, которые ненужные, противные, эти воющие, нафиг они нужны. В общем, получается, что, возможно, да, небольшая ошибка с тем, что все-таки мы засыпали туда, ну, прям так скажем, засыпали туда, а свинец такой более крупной фракции. Но в любом случае, как ни крути, материал же это довольно-таки мягкий, попадая между зубьев, я думаю, его бы раздавил. Да его, он же прям, ну, мягенький-мягенький. А, в общем, получается, что свинец
По факту, ну, не отработал он так, как мы ожидали, что от него будет прям все очень замечательно. Но деревянные опилки, блин, отработали, на удивление, просто обалденно. Если вдруг действительно начинает так вот подвывать вот слегка, не так, как вот здесь вот мы взяли вообще, который мертвый, слегка начинает подвывать редуктор, и если в него добавить прям в масло, добавить деревянных опилок, то получается, что этот гул проходит. Прям очень даже удивительно. Вот дерево, да? Дерево, масло, металл. Смотрите, что происходит, какие чудеса. Дерево работает, свинец не работает. Поэтому, ребят, у меня на этом все. Смотрите нас, значит, что-нибудь предлагайте, комментируйте, ставьте вот такие лайки. Ну все, пока.